Всем привет и добро пожаловать на канал Евгеймер. Сегодня мы распаковываем бумажные сюрпризики, и наша новиночка на сегодня – коллекция Майнкрафт. Здесь я собрала именно персонажей, не животных. Животные будут в следующей коллекции. Ну, может, не в следующей, а через одну. И в честь новиночки мы, как всегда, взяли три конвертика. Берем коллекцию «Новый год». Хочу два конвертика. Коллекцию «Коты рулят». Один. С канала «Люблю рисовать» у нас осталось всего 5 конвертиков. Возьму один. «Веселые прилипалы». «Ам-ням». Давайте возьмем парочку «Ам-нямчиков». «Киндер-сюрприз». Шарлотта земляничка. Давайте два. Коллекция с единорожками. Один конвертик. Спанч Боб квадратные штаны один. Шопкинсы. Обязательно хотя бы два конвертика взять. Иначе мы никогда эту коллекцию не закончим. Мини-лента, парочку, конвертик из Gravity Falls, BT-21-2, потому что я надеюсь, что может быть когда-нибудь попадется, что мы пару соберем в одном видео, и холодное сердце возьмем один конвертик. Можно идти распаковывать. Переходим к распаковочке. Первая коллекция мини-лента. У нас два конвертика. В первом конвертике под номером 34. Повторочка. Вот такой вот Дав. Он отправляется лежать рядом с каталогом. И во втором конверте Ариэль под номером 21. И тоже повторочка. Дальше коллекция «Соки» мы собрали. Коллекция «Киндер-сюрприз». Так. Я вижу, что это уже повторочка. Вот такой вот миньончик. Неужели у нас сегодня все повторочки будут? Интересно. Прилипалы. Кстати, забыла вам сказать, уже третье видео у нас уже собрано. Вот этот вот третий ряд, он у нас победил. Он собрался первым. Так, прилипала. Сорванец. Тоже повторочка. У нас столько места для повторочек не хватит. Что ж такое? Коллекция с амнямами. Мы взяли два конверта, у нас есть шанс получить не повторку. Ну-ка, порадуй нас, амнямчик. Я хочу что-нибудь уже приклеить. И это, ребят, вы это видите? Или мне кажется, что это такое? Точно номер 11, это этот амнямчик. Полежи немножко. Мы посмотрим второго амняма. Неужели так будет все видео? Тогда это будет очень короткое и неинтересное видео. Номер 18. Нет, такого амняма у нас нет. Ты первая наклеечка, которую мы сегодня приклеим. И он машет вам привет. А если бы мы взяли один конвертик? Нам бы не попалась сейчас наклеечка, которую можно приклеить. Уже пол каталога пройдено, а мы приклеили только одну наклеечку. Так, следующая коллекция. Я люблю котов. Смотрим, не рвем.
осмотрим. Номер 14. Такого у нас еще нет. Кто же это может быть? Это же котик из Майнкрафта. Вот такой вот сиамский котик отправляется в наш каталожик. Дальше коллекция Шопкинса. Два конвертика. Открываем первый. Так. Что же это такое? Так, номер 117. Давайте поищем. Это красота и здоровье. Даже не знаю, что это такое. Обязательно в следующем видео вам расскажу. А пока что просто его приклеим. И второй конвертик. Мисс Твист. Наверное, это какая-нибудь сладость. Под номером 55. Да, ну это какая-то сладость. Наверное, какая-нибудь конфетка или что-нибудь типа маршмеллоу такого закрученного. Разместим эту вкусняшку в нашем каталоге. И пойдем в следующую коллекцию. Коллекцию «Холодное сердце». Под номером 7, вот здесь, вы уже догадываетесь, кто это? Это Эльза, которая колдует, и у нее есть снежинки, здесь она наколдовала. Следующая коллекция от «Люблю рисовать». Канала моей сестры, ссылочка на нее в описании, там она снимала видео, как она делала эти сюрпризики. И нам попадается вот такой милашка, динозаврик, которого мы разместим в этой части каталога, вот здесь. Дальше у нас по плану Шарлотта земляничка. Мы взяли два конвертика. Сразу же их открою и посмотрим, кто нам там попался. Первый конвертик. Нам попадается вот такая вот сестричка-виноградинка. Она у нас под номером 7, я уже знаю, помню. А во втором конвертике повторочка. Девочка-апельсинка. Вот такая. Мы идем дальше в коллекцию с единорогами. Нам попадается вот такой единорожка. И это тоже повторочка. Сегодня какой-то день повторок. Наверное, так и назову видео. Номер 14. Полежи тогда уже с этой стороны. Уже места не хватает для вас, для всех повторочек. Коллекция Спанч Боб. Что-то очень большое уже вижу. Аккуратно, чтобы ничего не порезать. И нам попадается вот такая вот девочка, дочка мистера Крабса, под номером 2. Вот здесь. Идем дальше. Коллекцию Gravity Falls. У нас один конвертик, в котором я ничего не вижу. Наверное, спряталась вот здесь. Ой, она же по-другому открывается. Ну, отрезали уже. Так, посмотрим, что же здесь. Малюсенькая наклеечка под номером 15. Вот здесь. И это вот такой вот персонаж. Следующая коллекция. Коллекция BT21. Так, первая наклеечка. У
вот такой вот, это единорожка или пони, или лошадка, что-то из этого. Под номером 10, вот здесь. А во втором конвертике вот такое вот сердечко. Нашлась еще одна парочка. Это номер 12. Проверим. Точно. И хотела бы извиниться за свою ошибку. В прошлый раз я сказала, что это пандочка, но на самом-то деле это коала. Я просто оговорилась. Так, двигаемся дальше. Коллекция Новый год. Уже совсем скоро этот праздник, и хочется все еще быстрее-быстрее. Так, нам попадается большая наклеечка с подарочками. Вот такие сани Деда Мороза под номером 18. Отлично. И второй конвертик. Тоже что-то большое. Вы уже догадались? Это же новогодний салют под номером 15. Ох, как наша коллекция пополняется. Очень мне она нравится и создает новогоднее настроение. И новиночка, коллекция Майнкрафт. У нас 3 конвертика. Откроем все сразу же и посмотрим, что у нас попадется. Ух, как тяжело. Не хочет. Так, первый конвертик. Вот такой вот дракончик. Под номером 3. Полежи здесь. А мы посмотрим, что нам попадется еще. Во втором конвертике вот такой вот монстрик. Не помню, как его зовут. Он у нас под номером 12. Так, лежи, загорай. А мы откроем третий конверт. Неужели опять с этой странички? Интересно, интересно. Нам попадается вот такой вот чудик. И он под номером 7. И тоже с этой странички. Вот так. Эта страничка останется пустой. Сейчас приклею и к вам вернусь. Все наклеечки на месте. Мы переходим в самое начало каталога, чтобы убрать наше большое количество повторочек. А именно, DAF, коллекция мини-лента 3. И оттуда же Ариэль, миньончик из коллекции киндер-сюрпризов. Сорванец из коллекции веселые прилипалы с вкладышем. Вот такой вот амнямчик. Из Шарлотты землянички вот такая девочка-апельсинка или мандаринка, так и не определилась, как ее зовут. И вот такой вот радужный единорожка, милашка и скромняшка. Ух, сегодня пополнился наш конверт. Скоро удержаться уже не сможем. Ну а на этом, ребята, все. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ставить лайки под этим видео, если, конечно же, оно вам понравилось. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока!